И вот это мой завтрак. Яблочки. Дайте мне его. Только руки не доходят. Представляешь, ему понравилась моя капуста. Кокосомания у меня. Я его придумала на ходу. Да, кто угадает, интересно. Спать иди ложись. Желаем всем доброго утра. У нас Артурчик сегодня наконец-то кушает яблоко. Он его не ел. Яблоки, наверное, уже недели две. Как ему не предлагала. А сегодня захотел. Просто увидел у меня вот такое яблоко. Ну, это мелкий белый налив. Нас угостили. И все, взял у меня. Ну, не такой сладкий, конечно. Я решила, что он соскучился по яблокам. Ну, вот так. Там еще бананчики нарезанные покушает с удовольствием. И вот это мой завтрак. Яблочки. Если будет мало, я схожу еще. У нас их много. Так что всем приятного аппетита. Кушайте, завтракайте полезно и легко. Чтобы было у вас куча энергии на предстоящий день. Так, Артурчик? Вкусно? А это кисловатое. Хотя, может, тебе нравится. Ты хочешь все забрать. Ну, ты даешь. И мама будет кушать хорошо. Ну что, у нас время к обеду приближается. Я хочу приготовить капусту тушеную. Ну, сделаю чуть-чуть зажарку. Здесь лук, морковка и зеленый перец. И капусту нашинкую. Потом, скорее всего, томатной пасты добавлю в конце. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Капусту я обожаю. Подскажите вкусный рецепт тушеной капусты без зажарки. Я вас прошу. Дайте мне его. А кто это у нас уже выспался? Кто выспался? Ну, нормально поспал 2 часа. Это хорошо. 2-3 часа он спит днем. Прекрасно. Но иногда может вообще не спать. Может полчаса поспать, но это реже. Вот. Обычно он высыпается. Так, Артурчик, что ты мне принес? Покажи. Открыть надо. Маленькую достать. Давай, открою. Смотри. О, ничего себе. Ну, смотри, держи. Таких штук у меня много, Артурчик. И от киндеров тоже куча. Собираю там, чтобы котам что-нибудь делать. Вот игрушки какие-нибудь. Уже много чего собрано. Только руки не доходят. Ну, только у мамы же дел куча. А может и не куча. Может, мама немножко ленится. Я вот вам честно не скажу. Папа на работе еще. Так что пока мы вдвоем с Артурчиком. Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Балдеем тут с Артурчиком, так? Артур, ты зачем кусачку прогнал? Дай мне. От него надо прятать все вот эти такие вот длинные предметы. Махается, ходит, ну, стучит по всему и по всем. Да, Артурчик? Артурчик, что ты делаешь, а? Ага. Прятать надо от себя. Только что кусачку эту гладила. Он пришел, и она убежала. Давай мне свой этот киёк от этого, от вертолета. Иди лучше вертолет погоняй. А? Ну все, надо прятать. Всем приятного аппетита, пришел Вова, у нас обед. Ну, у меня второй обед. Вот, хочу просто сказать, что вот эта капуста, она получилась такой вкусной, и я даже не ожидала, что Артур ее будет есть. Он сегодня съел такую порцию огромную, наверное, раза в два, чем вот это. Это уже остатки доедаем. Это помидорки желтые, пюрешка. Вот, и сразу за капусту. Представляешь, ему понравилась моя капуста. Что-то с ней приспичило потушить. Это же замечательно. И он трескает капусточку тушеную. Мне она сама понравилась. У Вовы так вообще тут ассорти. И то, и то, и то. Я люблю. И еще хумус этот чечевичный еще не можем никогда есть. Очень много его сделала. Но это вкусно очень. Ну вот так, у нас, как всегда, какой-то интересный фильм. И мы кушаем вот так вот все вместе. Так, у наших котиков трапеза. Вова их покормил. Вот, а я хочу к чаю. Это заварочка в банке. Потому что заварник кое-кто разбил. Ну, я. Так, это так. Вот, хочу испечь сейчас этих оладушек. У нас есть рисовая мука, кокос на воде, ну и с сахаром, там тростниковый у нас есть. Так что испеку оладьи, они очень-очень вкусные, возможно, будет рецептик. Вы не представляете, как я обожаю кокос, я просто кокосомания у меня. У меня, кстати, на канале есть рецепт молочного коктейля без молока, то есть на кокосовое молочко. Мы там делаем с бананом, он такой питательный, такой вкусный, потрясающий. Ну вот, я о чем. А я о кокосе. Вот эти оладушки очень вкусные.
И я добавила сегодня изюмчика. Ну, просто ради интереса, что получится. Но все, рецепт будет. На днях будет рецепт. Это точно. Пропорции есть. Я вывела точные пропорции. Вкус обалденный. Артурчик, хочешь попробовать оладушку? Я изюм тут выковырила просто. Хочешь попробовать? Классная. Безглютеновая лепешка. Мы тут Нет, не мы, а Вова тут фанат без глютена. Ну как? Вкусно? Ну они вкусные, обалденные. Ну как? Здорового образа жизни. Я не фанат вообще ничего. Я просто люблю здоровый образ жизни. Не хочешь, но он только поел, в принципе. Или не понравилось. Артурчик. В общем, Артур не заценил. Не понравилось? Или понравилось? Он может быть не голодным, он только что у нас молочка попил, целую кружку. Вообще классненькие, так. Да, вкусненько. Вот, и простой рецептик, это я его придумала на ходу. Просто и вкусно. И не вредно. Так, ну то ты делаешь, кушай, если будешь, если нет, то нет, то мама съест. Он одобрил. Все, он ест. Ладно, пойду. А у нас что? Новая покупка. Еще нет. В пятницу приедет. Скоро. В пятницу покажем. В пятницу покажем. Сегодня пока еще вторник. Угадайте, что мы купили. Да, кто угадает, интересно, что мы приобрели. Она большая, высокая. Ну подожди, не рассказывай. Она заменит нам очень... старую, бывшую вещь такую же. Очень старую. Ой, ты что там, вставай. Что ты с блинчиком падаешь? Мы не просто так ее купили, а это на замену старому хламу. Вот так вот. Вопрос на засыпку. Кусачка, ты что там делаешь? Это второй этаж нашего диванчика. Так, Артур уже ушел играть. Сколько у нас уже? 10:30. Вот так вот. У нас уже здесь темно, но Артурчик ни в какую. Вот он, малыш, бегает в памперсе. Спать иди ложись. У нас, короче, Артур полуношник, но зато спит до 9. Да? Все, кусачка. Не, еще там наблюдает со мной. За нами. Классный там обзор, вообще супер. Ну вот так, мы еще не знаем, во сколько спать лежу. Как Артур, так и мы. Вот так вот. Независимо от Артура теперь. Да, да, да. Никто не ложится спать, пока Артур не заснет. Всем спокойной ночки. Нет, почему спокойной? Не, ну что, спокойно желаем. Всем доброе. Приятных снов. О, точно. Всем привет. А я, кстати, не люблю сны. Вообще, мне все равно, какие. Лучше бы я не... После снов лучше... так тяжело просыпаться. Мне ничего не снилось. Не понимаешь, где вообще находишься. Ну. Так все натурально во сне. Выбивает из реальности эти сны. А когда там что-то классное, так просыпаешься и расстраиваешься. Не хочется в этот мир возвращаться. Точно. Поэтому сны я вообще не хочу их видеть никакие. Ни хорошие, ни плохие, естественно. А мне, кстати, давно уже плохие сны не снились, если честно. Раньше бывало частенько, а теперь нет. Не, мне сняться надо. О, напарничек пришел. Сейчас они там начнут воевать. Да, вечерок уже. Сейчас будут драться. Ноль внимания. Не дозваться этих котов.